это было, но зацепил правым боковым. Начало болтать. Еще раз правый боковой. И затем уже добивание. Понимал прекрасно Пол Брэдли, что вот сейчас все или ничего. Да, там уже шатало, болтало. И я думаю, что сейчас не важно, что будет говорить Крис Ханекат. И, возможно, будет он сетовать на судейское решение. Но мое мнение таково, что судья сделал ему большое одолжение и сохранил здоровье здесь бойцу. Вовремя, однозначно вовремя остановили поединок.